пускать уныние на порог души или в крайнем случае не спешить. Не спеши, не вспыхивать, жать на тормоза, ни с кого не взыскивать за упрек в сердца. Как стерпеть неведомо споров посреди, боль нам заведомо не суди. И так бы жить, не мучиться, шугать соблазн, как ворона. Но если не получится, не огорчаться здорово. Как бы нам по правилам и свободно жить, кто бы нам поправил все, чтобы не грешить. Образа распятые, строги и немые, всюду виноватые, но не мы. А так бы жить, не мучиться, шугать соблазн, как ворона. Но если не получится, не огорчаться здорово. Как достичь спокойствия в жизни и в семье? Счет за удовольствие в мире себе. И дела, и фетиши, и все зачтется там. Но за все ответишь ты только сам. Так будем жить, не мучиться, шугать соблазн, как ворона. Я верю, все получится, все будет просто здорово. Я верю, все получится, все будет просто здорово.